Давай я тебе расскажу три факта о себе, но один из них будет ложь, а ты догадаешься, какой. Ну, давай попробуем. Я ела акулу. Я сейчас мечтаю стать французской актрисой, и я получила 5 двоек за раз. Мечтать ты можешь о чем угодно. Попробовать акулу в принципе можешь. А получить за раз 5 двоек, думаю, невозможно. А вот и нет, все возможно. Я получила один раз, и, слава богу, это было всего один раз. Акулу я правда ела. А вот французской актрисой я быть не хочу, хотя французский язык я учу и даже в театральной студии раньше занималась. Ну а сейчас мы узнаем много интересных фактов со всего мира. Потому что идем в музей Титикака. Это самая продаваемая кукла. У тебя вообще была Барби? Нет, была. Вообще ни разу. Вообще ни разу? Вообще ни разу. У меня была Барби с лошадкой, с машинкой, даже с домиком было. Очки сейчас такие модные. А вообще, я учу французский, даже была около Эйфелевой башни. Ого, круто! Уи! Почему тут нету интересного места, куда поднимаются? А наверху вообще кафе. Есть, на самом деле. Ого, смотри, первый компьютер. Это что, как ты думаешь? Мне кажется, это, наверное, какие-то кассеты или что-то типа этого. Да? Может быть, какие-то сим-карты или записи. Это маски позора. Их, наверное, надевали тем, кто обозорился. Чтобы все знали, что они опозорились. Не знаю, может быть, что они плохие люди, скорее всего, надевали. Это для пьяниц, это для глупцов, а это для... Жен? Не знаю. Можно им вот сюда вот язык кладут и бам, и нет языка, что больше не говорила. Я смотрела это на Discovery, что у них это модно, у них это круто. Чем больше колец, тем ты, типа, старше, круче и вообще самая модная, самая крутая. Может, это просто украшение? Это шляпы с громоотводом. Ну, вот тут такая антенна, когда гроза сюда попадает, она вот так вот протягивается, оп, и нет грозы. Я об этом не знала. Наверное, это было модно. Загорелся. Это какой-то древний экспонат, чтобы люди сували туда руки, а потом рук больше не было. Наверное. Любопытно оторвали, помнишь, что оторвали? Да, а тут руку оторвали. Привет, а можно мы тебе поможем поиграть? Ну ладно. Сколько, интересно, нужно есть, чтобы поддержать такую фигуру? Мне кажется, есть не надо, надо только пить. Платье, кстати, симпатичное. Идем взвешивать. Вставай. Ты же ребенок. О, это так мило. Подождите, я должна это сфоткать. Здесь, когда в прошлый раз я была, мне показали, что я была брокколи. Ты такая была тоненькая, маленькая. Это вообще ничего не ела. Этот ел все, всегда, везде. Не знаю, может быть, специально поставил рекорд Гиннесса. Самый тяжелый человек на свете. Огромный. А руки у него большие такие тоже. Добрый день. Ого, смотри, сколько карандашей. Это самый большой жук из ныне живущих на Земле. Если бы я встретила такого у себя в квартире, я бы переехала. Сразу же. О, это очень острый запах. Классный. Вот так вот. Открой вот так вот на себя. Фу. Закрывай скорее. А я знаю, от кого это сердце. Это сердце самого большого кита. А смотри, на языке кита могут одновременно расположиться около 50 человек. Ух ты, я вылезла. Можно устроить комнату отдыха. Отдохни от сердца. Ну да. Ух ты. Ну что? Это, получается, я прыгнула как 10-летка. Грустно. А ты прыгнула как... 17 лет. Челюсть мегалодона – это самая огромная акула вообще в мире, но она вообще вымерла. Я недавно слышала, что нашли ее зуб. И причем зуб довольно свеженький. Огромная такая. Смотри, тут в конце у него 3 ряда, а в начале у него 5. Написано, что нельзя лизнуть свой локоть. А один блогер, кстати, может. Я не помню, как ее зовут. А ты можешь? Нет, не могу. Нет, я тоже не могу. Бесполезно. Найди 5 отличий от себя. Я не такая пузатая. Я выше. У меня голова меньше.
Зато у него нос, мне кажется, симпатичнее. Ну ладно. Сколько у него пальцев? А! У него 6 пальцев на руке. Я узнала о себе интересный факт. Оказывается, я прыгаю как 17-летняя девушка, хотя мне всего 12. Узнали много нового о себе и о мире. Алина Ершова и Елизавета Старцева. Я наполовину банан, это вообще, это ненормально, я считаю.